Добрый день! Представляю вашему вниманию шапки, шарфы Канада. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с таких вот вязаных шапочек. Они, я думаю, и на женщин, и на подростков смогут подойти. Вот такие вот шапочки. Такая вот велюровая, как косыночка, что ли. И вот такой вот билетик атласный, домашний. Также есть еще в лоте вот такие вот наушки. Как сказать, вязаная и флисовая, такие как вылетела из головы. Еще есть вот такие вот шапочки, их получается 17 красных вот таких вот шапок, тепленькие. Вот такие вот шапочки с козырьком синего цвета. Их в лоте. Такие хорошо тянутся, мне кажется, на любой объем головы. Но и они как бы не зимние, мне кажется, а такие более как демисезонные. Вот. Их очень много. Еще вот такие вот шапочки с козырьками. Они, наверное, все единого размерчика. И черный цвет. 5 таких вот шапочек с козырьком в черном цвете. А дальше у нас шарфики пойдут. Начнем с такого тоненького. Вязка травка, очень такой прикольный. Такой вот шарфик красивый. Он не вязаный. А здесь вязаный шарфик тоже, как с резиночкой идет. Дальше вот такой шарф-платок. Легкий, приятный очень. Такой вот шарфик. Тоже тоненький, но очень приятный. Такой вот велюровый. Атласный шарф. Вязаный. Тоненькая такая вязочка. Очень приятный. Здесь у нас поплотнее шарф. Тоже вязаный. Вот. Снуд. Спортивный трикотаж. Здесь у нас вот такой вот вязаный снуд. Теплый. Такой вот снудик. Тоже тепленький. Но здесь вообще прям очень мягкий, теплый снуд. Идет даже с бирочкой. Вязаный снуд. Такой вот. Тоже очень приятная такая вязка. Вот такой вот. Как бы шарф можно пуговку расстегнуть шарфиком. Можно как вот снудиком носить. Такой вот флисовый шарф. Ой, снуд. Такой длинный достаточно. Можно прям хорошо пукаться. Дальше вот такой вот снуд. Вязочка совсем легкая, просвечивает. Такой мягкий. Спортивный трикотаж снуд. Вязаный снуд. Очень мягкий, приятный к телу. Здесь вот у нас тоже плюшевый такой снуд. Искусственный мех. Такой вот мягкий очень. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.